Красавчик. Я думал, небольшую запись сделаю на память. Да. Ну. Все-таки, мне кажется, лучше D4 нету. Петросян не зря играл D4, а потом уже конь F3. Ну, великолепен. Из ничего. Тигран? Да. Взял все. Ну, как на него навалились? На Тиграна? У вас это... Да. Это до Кюрасао там разговор был. Мол, ну как он там? Ну как, Ченпак, все. Ченпак, все в порядке в этом отношении. А ну играйте, потом переговорим. Да. А когда он стал чемпионом мира, разговор был о том, что он, ну, о его... ну, о том, что у него жизнь, у него шофер типа... Потому что он стал, Тигран стал нервознее, впечатлительнее. Я не знаю, но это ему не мешало играть в теннис. Но, видимо, он настольному теннису не отдавал, у него столик стоял на даче, не отдавал, ну там, не отдавал должного внимания. Да, и тогда, после чего мог сесть спокойно порепетировать свой шаг перед каждым турниром. И как-то, ну, при такой конкуренции, как у нас тогда в СССР, ну, как-то он начали как-то пожимать плечами. Я не знаю, то ли это, не знаю, как-то, ну, говоря о том, что он якобы, ну, как это, слишком много хочет. Ну, там турниры. Вот там, это потому что он не давал повода для того, чтобы изменить партию. Дело в том, что жена. Да, жена, она вела переговоры с каким-то скрипачом или нет, ну, миллионер, американский миллионер, для того, чтобы ему, она просила, он говорит, я предоставлю вам суду, вы можете, то есть она хотела сделать изгоя диссидента, и это конец для него, так как Армина, это его там ушили, и что-нибудь обязательно случилось. Ну, был разговор, видимо, с женой. Он объяснил, что я член партии. Куда я поеду? Куда? Уже трое детей, у нее свой ребенок. И от Тиграна родила двоих, трое сыновей. Как, куда я поеду? Нет, я армянин. Это все. Это не только какой-то антипрестиж, это диспрестижно. Ну, в самой высшей мере. Тем более для армянина. Ну, что как в Армении? Что как в Армении? Ботвинники его, так сказать, не ботвинники, а вот подобные Лейну, а потом этому Бегемот, как кличка Бегемота? Сейчас скажу. Либерзону, Лейну, они сразу так лопают в ладоши. Вот этот армянин, блядь. Извините. Вот он, член партии, вот он, золотой ваш, родненький, босяк из Тбилиси. Вот и все. Вот и чего-то хотели бы объяснить.